Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня наша группа паломников находится в Майпуре, всемирно известном духовном и образовательном центре. Именно здесь 500 лет назад Шри Чайтанья Махапрабху начал движение Санкиртана, воспевание святого имени, которое распространилось сейчас уже по всему миру. И на сегодня гость — это удивительная личность, его милость Мадхавананда Прабху. Мадхавананда Прабху родился в 1960 году. Он присоединился к ИСККОН в 1982 году. С 2007 года он и его супруга Кришна Кунта Деви Даси постоянно путешествуют по всему миру, давая лекции. С 1993 года они живут в штате Ориса, Индия, а последние 5 лет в Джаганатхапуре, где проводят многочисленные ретриты и паломничество по святым местам. Мадхавананда Прабху сегодня расскажет нам об отношениях Шрилы Прабхупады с Гаургавинда Свами Махараджем. Но сначала, как обычно, по традиции, я хотела бы передать слово матушке Мандакине, которая является душой и сердцем этих бесед, чтобы она представила нашего гостя. So, thank you very much. I would like to welcome our audience, all the pilgrims and the participants. Благодарю. Who will translate? Маджа Лалита Шанти, вы будете переводить Маджа Мандакири или мне нужно? Вообще вы, скорее всего, да. Вот кто переводчик, да. Обычно ведущий переводчик, это разный. Маджа Мандакини, I'm so sorry. I wasn't aware that I have to translate you too. Can you handle it? Sorry. Я перевожу. Матушка Мандакини. Yes, Mother Mandakini, can you please repeat again what you have just said? If possible, please, sorry. Of course. It's very, very possible. So I just wanted to welcome all our participants and to tell our wonderful guest speaker. Today we are in Mayapur. We've been in Mayapur for a few days, dear Madhavananda Prabhu. So I'm going to translate it, right? Okay. So я бы хотела поприветствовать сейчас всех наших паломников и напомнить, что мы сейчас находимся в Майпуре уже второй день. And today we are just so happy to welcome again Madhavananda Prabhu. It's going to be a very, very special evening tonight. И сегодня мы снова очень рады поприветствовать Мадхавананду Прабху, и это должен быть сегодня очень-очень особенный вечер. So usually we have Srila Prabhupada disciples telling us about Srila Prabhupada. Обычно у нас ученики Шрилы Прабхупады, они рассказывают нам о Шриле Прабхупаде. But some of his most exalted disciples have already left this world. Но одни из самых возвышенных учеников, они уже оставили этот мир. So their own students, their own disciples, they just give their voice to share with us the extraordinary relationships they had with Srila Prabhupada, with their beloved spiritual master. И они... Can you repeat? I didn't hear it properly. Yeah, so some of these disciples of Srila Prabhupada already left this world. Некоторые ученики уже оставили этот мир. And their own students, their own spiritual masters, their own students, they will speak about their spiritual master and about the wonderful relationship they had with Srila Prabhupada. И их собственные ученики сейчас могут рассказывать нам о их об отношении их гуру с Шрилой Прабхупадой. In a way, they will give their voices to them. Таким образом, они предложат свои голоса своим гуру, так сказать. So the spiritual master of
Madhavananda Prabhu was very, very a saintly teacher. И Мадхавананда Прабху благословен очень-очень удивительным святым духовным учителем. In a lot of us, we don't know him very well. И многие из нас, мы не знаем его достаточно хорошо. So we are so honored and grateful to hear today about him. Мы очень благодарны и благословлены услышать сегодня от него. So please, dear Мадхавананда Прабху, please let us know about the glories of your spiritual master and the glories of Srila Prabhupada. Пожалуйста, дорогой Мадхавананда, позвольте нам услышать о славе Шрилы Гаурвинда Махараджи и Шрилы Прабхупады. Thank you so much, Madhukini Mataji. I can't refuse any request from Madhukini Mataji. Спасибо большое, дорогая Мадхукини Мадхаджи. Я не могу ответить негативно, отказать Мадхукини. Because when I see her, I see Srila Prabhupada. Потому что когда я вижу ее, я вижу Шрилу Прабхупаду. She did so much to Prabhupada, done so much for him. Thank you. Вы сделали столько для много для Шрилы Прабхупады. Спасибо вам огромное. So I'd like to take everyone on a journey tonight, our night, to a little village in Orissa. Я бы хотела сейчас всех вас пригласить в путешествие в маленькую деревню Орисы. And to a very special devotee who had a very special relationship with Srila Prabhupada. С очень особенным преданным, у которого были очень особенные отношения с Шрилой Прабхупадой. But please bear with me for a moment. Let me just offer a few prayers. Пожалуйста, потерпите немножко. Позвольте мне предложить несколько молитв. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Divasesa Shunyavadi Paschachade Shatarane Panchakopata Vubhischa Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So, I'd like to speak something with the devotees about a kind of devotee that perhaps they're not really used to. Я бы хотела поговорить с преданными сейчас о таком виде преданного, о котором, который нам непривычен. All of us have read and heard about the glories of Srila Prabhupada. Каждый из нас читали или слышали о славе Шрилы Прабхупады. And how difficult a journey he had at the age of 70 going by boat to America. И какое сложное путешествие он проделал в 70 лет на корабле в Америку. He had no money, he didn't know anyone there. У него не было денег, он никого не знал там в Америке. And he started, they opened a small storefront on 26 Second Avenue. И он начался открытие маленького магазинчика на... Many young people came to Srila Prabhupada. И много молодых людей пришло к Шриле Прабхупаде. You may know that the hippie movement in America and Europe, the Hare Krishna movement, they were considered to be like the priests of the religious part of the hippie movement. И, как вы знаете, в Европе и в Америке движение Хари Кришна, оно считалось как бы движением хиппи. And I've heard that the KGB in Soviet Russia
the thing they were the most, the three things they were most worried about from America was rock and roll music, Levi's jeans, and the Hare Krishna movement. И я слышу, что КГБ в СССР они боялись трех вещей: рок-н-ролла, джинсов Levi's и Hare Krishna movement. И движение Hare Krishna. Srila Prabhupada came at a very special time in the world. И Шрила Прабхупада, он пришел в очень особенное время для этого мира. We're at a time when Sri Chaitanya Mahaprabhu had arranged that there were many seekers of the truth. Махапрабху организовал так, что в это время было очень много искателей истины. These were mostly young people. И в основном все были молодыми. Many of them had been experimenting with drugs and sex. Многие из них экспериментировали с наркотиками, с сексом. And they were looking for something different. И они искали чего-то другого. And Srila Prabhupada changed their lives. И Шрила Прабхупада изменил их жизни. And so many of them, like Jayananda, like Jamuna, so many of them became exalted devotees. И многие из них, как Джайананда, Ямуна, они стали возвышенными преданными. Sometimes people think that the history of the Hare Krishna movement is kind of intrinsically wound, is connected with the hippie movement. Иногда люди думают, что движение Харе Кришны, оно связано с движением хиппи. And we're used to hearing about devotees who became very exalted persons who came from backgrounds like that. И мы слышали истории о преданных, которые пришли к Шри Прабхупаде, которых, ну, такое прошлое было, прошлое хиппи. And that's the glory of Srila Prabhupada. И это слава Шри Прабхупады. But there's another glory of Srila Prabhupada, which we don't perhaps hear about as much. Но также есть другой вид славы Шрилы Прабхупады, о котором мы не слышим достаточно. There were also certain devotees who came to Srila Prabhupada, who came from Gaudiya Vaishnava families. Также были и такие ученики, которые пришли из семей преданных Гаудия Вайшнава. This is also one of the glories of Srila Prabhupada. Это также является славой Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada was not the guru of the hippies, as some one newspaper reporter called him once. Шрила Прабхупада это как в одной газете писали гуру хиппи. Он не являлся только гуру хиппи. But Srila Prabhupada was guru for everyone all over the world. Но Шрила Прабхупада был гуру для всех по всему миру. He didn't only attract people from hippie backgrounds, but he also attracted people coming from Gaudiya Vaishnava backgrounds. Он привлекал не только хиппи по всему миру, но также людей с Гаудия Вайшнавским прошлым. So with the intention to glorify Srila Prabhupada, чтобы прославить Шрилу Прабхупаду, желанием прославить Шрилу Прабхупаду. I'd like to start by speaking a little something about the birth and youth of my revered spiritual master, Sri Srimad Gaur Govinda Swami. Я бы хотел начать с рассказа о рождении и юных годах моего возлюбленного духовного учителя Шри Шримад Гаур Говинда Свами. I would like to speak something to you about his birth, his family, his upbringing, in a spirit to glorify Srila Prabhupada. Я бы хотела рассказать его рождении и молодости в духе служения, прославления Шрилы Прабхупады. On the 2nd of September 1929. 2 сентября 1928 года. In a small village called Jagannathpur in Orissa. В маленькой деревне, называемой Джаганнатпур в Орисе. There were some strict Gaudiya Vaishnavas. Там были очень строгие вайшнавы, Гаудия Вайшнава. Named Patta Devi and her husband Ishwara Manak. Patta Devi и ее муж Ishwara Manak. And on that day, Patta Devi gave birth to her oldest son. И в этот день Patta Devi она дала рождение своему старшему сыну. Whose name was Braj, they named him Braj Bandhu. Которого они назвали Braj Bandhu. The friend of the Brijbasis. Друг Брижабаси. Now, their family, for many generations, they had never engaged in meat-eating or illicit sex, gambling or intoxication. Их семья много поколений не была увлечена в какие-то
в мясоедение, в интоксикации не принимал никто в их поколении, в их множестве поколений и в других вещах не участвовал. Они поклонялись Чайтанья Махапрабху. Патта Деви, the mother of Брачбандху Манак, who later became Гор Говинда Махарадж, she came from the Giri family of the village Gadai Giri. Шикин, мазу. Yeah, the mother of Патта Деви. Да, Патта Деви, мама Брачбандху, она пришла. Ее потомки были из семьи and family. Her family was the Giri family, да. Gadai Giri. Из семьи Гадай Гири. And for over 350 years, they were worshiping deities of Sri Sri Radha Krishna, known as Sri Sri Radha Gopal Ju. И более 350 лет их семья поклонялась божествам Рада Кришны в этой деревне Гадай Гири. I wrote a book about those deities. Я написал книгу про это божество. I also wrote a book about our Guru Maharaj. Я также написал книгу о нашем духовном учителе. It's quite an involved discussion. Это достаточно широкая, обширная тема. If I can share the screen here, I'll show you a picture. Сейчас я попробую поделиться своим изображением, если смогу включить экран. Okay, so I'm disabled for screen sharing. Написано, что я не могу, то есть мне не разрешено показывать свой экран. Если кто-то мне может дать доступ, то я могу поделиться. And I'll show you a picture. Ivana, Ivana Prabhu. Иван Прабу, могли бы, пожалуйста, разрешить доступ, чтобы демонстрировать экран? It's not there. If he comes later on, it's no problem. Если он позже придет, то можно потом показать. He opened the okay. Let's see. So this is a picture of the deities of Sri Sri Radha Gopalji. Это фотография божеств Sri Sri Radha Gopalji. And it's a very amazing story how Krishna came over almost 400 years ago from Vrindavan. Это очень удивительная история, как около 400 лет назад это божество пришло из Вриндавана в Орису. It's a story full of miracles and amazing episodes. Это история полна чудес и удивительных моментов. But it's not so much about our Srila Prabhupada or Gaura Govinda Maharaj, so I'm not going to speak that now. Там не очень много про Шрилу Прабхупаду и Гаура Говинду Махараджа, поэтому я не буду про нее сейчас много говорить. But we'll just say this much, that Gopal, he said, I want to go to the village of Gadai Giri because I want to hear their kirtan. Ну вот немного мы скажем, что Гопал, божество, сказал, что я хочу отправиться в Гадай Гири из Вриндавана, потому что я хочу услышать их киртан. And that family, for hundreds of years, they were famous as kirtan gurus. И эта семья сотни лет была известна как киртан гуру. They would do 24-hour, 48-hour kirtan of the Hare Krishna Maha Mantra. Они воспевали 24 часа, 48 часов киртан Hare Krishna Maha Mantra. They were singing the songs of Narottam Das Thakur. Они воспевали песни Narottam Das Thakur, Bhaktivinod Thakur. They grew up in it was a very, very different kind of environment than what we think of generally with Prabhupada's first disciples. Они росли в другом окружении, нежели мы обычно думаем о последователях Шрилы Прабхупады. But again, this is the glory of Srila Prabhupada. Но снова это слава, подчеркивает славу Шрилы Прабхупады. Everyone was attracted to Srila Prabhupada. Все были привлечены Шрилой Прабхупадой. So I may share some pictures again later. We'll see. So every morning, Patta Devi, Brajbandhu Manak's mother, she would go every day to have darshan of Gopal. Каждое утро Патта Деви, мама Брачбандху, она ходила в храм получать даршан Гопала. And similarly, her little baby, Брачбандху, he grew up going to the kirtans. И также ее маленький Брачбандху, он вырос на киртанах. One day there was a famous astrologer named Nityananda Kari Ratna. В один день известный астролог Nityananda Kari Ratna. He came there to the village, and Patta Devi took her son to that astrologer to know something about him. Он пришел в эту деревню, и Патта Деви она взяла своего мальчика, чтобы показать астрологу.
And that astrologer said some very astonishing things. И этот астролог сказал удивительные вещи. He said, this boy is very intelligent and full of devotion. И он сказал, этот мальчик очень разумный и полон преданности. He'll be married and get government service. Он женится и получит государственную службу. Then in his middle age, he'll give up family life and become a sadhu. И в средних годах он оставит семью и станет саду. He'll acquire high knowledge and an important place on the map of sadhus. He will acquire high knowledge. Да. Он обратится к возвышеннейшему знанию. And an important place on the map of sadhus. И отправится в важные места, которые отправляются саду. He'll build temples. Он построит храмы. And he'll make Gopal's place bright. Gopal is their deity. И он прославит место Гопала. And then the astrologer said that Krishna himself sent his child from the spiritual world to come here to preach and deliver conditioned souls. И этот астролог сказал, что Кришна собственноручно прислал этого мальчика сюда, чтобы проповедовать и освобождать обусловленных душ. In the Chaitanya Bhagavad, Vrindavan Das Thakur says that the associates of Chaitanya Mahaprabhu appeared in different places. Читание Бхагавати, Вриндаван Дас Такур говорит, что спутники Господа Читания появляются в разных местах. Not all of them appeared in West Bengal and Mayapur. Не все из них рождались в Западной Бенгалии и Майпуре. He says even that some of them appeared in sinful places. Он говорит, что даже некоторые из них они рождались в греховных местах. But they appeared there to help assist the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но они рождаются там, чтобы поддержать миссию Шри Чайтаньи Махапрабху. And he says that although those devotees appeared in sinful places, we should understand they're actually eternal associates of the Lord. И он говорит, что несмотря на то, что они рождаются в греховных местах, мы должны понимать, что они вечные спутники Махапрабху. I have no qualification to try to judge who the Vaishnavas are. У меня нет никакой квалификации, чтобы рассуждать, кто является Вайшнава. But we've heard from different sadhus and from different astrologers that Srila Prabhupada had many, many special disciples. Но мы слышим от саду и древних разных астрологов, что у Шрилы Прабхупады в учениках были очень-очень особенные души. Don't be confused because they externally appeared in sinful places. Пожалуйста, не вводите в заблуждение от того, что его ученики рождались в греховных местах. They were great devotees. Они были великими преданными. And it's clear they came to help assist Srila Prabhupada. И это точно, что они прибыли сюда, чтобы помогать Шри Прабхупаде. But there were also devotees who appeared in the land of Chaitanya Mahaprabhu and Krishna. Но также были преданные, которые рождались на земле Махапрабху и Кришны. Who also came to Srila Prabhupada. Которые пришли к Шри Прабхупаде. But the Devi was very eager to see that her little boy Brajbandhu would become a devotee. But the Devi, она всем сердцем желала увидеть своего сына преданным. As a little baby, sometimes he would cry. Будучи маленьким мальчиком, иногда он плакал. And the mother would come and try to give her breast and stop the child from crying. И мама приходила и давала ему грудь, чтобы успокоить его. But nothing worked. Но ничего не помогало. The family had a palm leaf copy of the Srimad Bhagavatam, the Bhagavatam written on palm leaves. В этой семье был Бхагаватам, который был записан на пальмовых листах. Копия Бхагавата записана на пальмовых листах. And that little baby was crying and he was reaching out for that palm leaf copy of the Bhagavatam. Он плакал, тянул свои ручки к этому Бхагавату, копии Бхагавата. And finally the mother gave him the book. И наконец мама дала ему Бхагавату. And immediately he stopped crying. И сразу же он перестал плакать. And she found that whenever he would become naughty or he wouldn't stop crying, she would just put the Bhagavatam in his hands and immediately he'd stop crying. И она поняла, когда бы он не начинал плакать, если она дает ему Бхагаватам, он перестает плакать сразу же. At night he would go to sleep clutching the Bhagavatam to his chest. Ночью он ложился спать, обняв в своих руках Шримад Бхагаватам. By the time he was 7 years old, к тому моменту, когда ему исполнилось 7 лет,
He'd read, excuse me, by the time he was eight, he'd read the entire Bhagavad Gita. Когда ему исполнилось 8, он прочитал всю Bhagavad Gita. Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. As an eight-year-old boy, the villagers used to come to hear him speak about the Bhagavad and the Mahabharata. И будучи восьмилетним мальчиком, к нему приходили люди из деревни, чтобы послушать, как он говорит Бхагаватам. His family were too poor to afford candles or a lamp to read. Его семья была достаточно настолько бедной, что у них не было ламп или свечек, чтобы читать при их свете. So at night he would sit там, где мама готовила на огне, чтобы читать Бхагаватам. His uncles were named Gopinath and Jagannath Giri. Его дяди были, их имена были Гопинат и Джагнат Гири. And they were very, very fond of doing kirtan. И они были очень известны своим киртаном. And they would often do kirtan for 2-3 days at a time. Они иногда делали киртан 2 или 3 дня подряд. And whenever possible, that young Braj Bandhu, he would go to do kirtan with his uncles. И при любой возможности он приходил на этот киртан к ним. And although he was doing kirtan with them, he didn't neglect his studies. И несмотря на то, что он был увлечен в киртан, он не игнорировал свою учебу. During the day he would do his study. Во время дня он учился. In the evening he would do kirtan with his uncles. А по вечерам он совершал киртан со своими дядями. And then in the early morning he would go to Gopal's temple to do service. А рано утром он ходил в храм Гопала, чтобы совершать там сервис. I spoke to some of his friends. Я общался с некоторыми из его друзей. And they said from a small child he was very serious. И с самого раннего детства он был очень серьезен. He wouldn't engage in playing with the other children. Он не играл с другими маленькими детьми. He had no interest in going to movies or things like that. У него не было никакого интереса в кино или другие вещи совершать. Whatever free time he had, he would spend doing kirtan with his uncles or rendering service to Gopal. И все свое свободное время он тратил на киртан со своими дядями или на служение Гопалу. His auntie, I spoke to her, Dobini Devi. И его тетя Добини Деви, я разговаривал с ней. She passed away many years ago. Она оставила тело много лет назад. But she told me a very amazing story about him. Но она рассказала мне удивительную историю про него. At this time, the little boy Braj Bandhu, who later became Gaurgavinda Maharaj, was 4 or 5 years old. Вот в это время Гаургавинда Махарадж на то время Braj Bandhu, ему было 4 или 5 лет. And every afternoon he would play near Gopal's temple. И каждый вечер он играл в храме Гопала. And he would go. The villagers were growing mungdal. И в их деревне выращивали мунгдал. And he would pick some of the fresh green beans. И он собирал свежие бобы. He's 4 or 5 years old. 4-5 лет всего. And he would collect as many as he could in his little hands. И он собирал столько, сколько ему помещалось в ладошки. And then he would go and put them on the veranda of Gopal's temple. И он собирал, и потом шел и клал их на веранду Гопала. And then he would go back to collect more. А потом возвращался, чтобы собрать еще. And Dobini Devi, she told me that one day Braj Bandhu, the little boy, had done like that. И вот в один из таких дней, когда Braj Bandhu так снова сделал, he picked some of the beans and he put them next to Gopal's temple. Он собрал эти бобы и положил их у храма. And then he went to pick more. Затем отправился собрать больше. But when he returned, he found that his original pile of beans had gone. И когда он вернулся, он увидел, что его кучка гороха исчезла. He was confused and looking around to see who took them, but no one was there. И он забыл озадачить, посмотрел вокруг, но никого не было. Put them down. His handful of beans and went to get some more. И он собрал собрать еще. And again when he returned, he found they were gone. И потом снова он вернулся, и не было там ничего. So this time he wanted to know who's stealing. These are meant for Gopal. И в этот раз он захотел узнать, кто же ворует? Это же для Гопала. He was watching very carefully. И он внимательно смотрел. And suddenly he saw a small dark boy grabbing all those beans. И неожиданно увидел маленький темный мальчик схватил эти бобы. And he started shouting, "Gopal is taking your beans!" И начал кричать, Гопал ворует эти горошки. And Gopal started running, and Braj Bandhu was running after him. И Гопал начал вокруг храма бегать, и Браджа Банда вокруг за ним.
By this time it was starting to get dark. И к тому времени уже стало темно. And Gopinath Giri, Brajbandhu's maternal uncle, was coming there to the temple to offer prayers. И Гопинат Гири, он к этому времени уже шел предложить молитву в храме. And he was surprised to see this little boy running around the temple by himself and shouting. И он был удивлен видеть, что маленький мальчик один там бегает вокруг храма и кричит. And Gopinath Giri said, "What are you doing?" И Гопинат Гири спросил, что ты делаешь? And the little boy said, "Gopal took my beans." И он сказал, Гопал взял мои горохи. Gopinath said, "Да, да, you go home. It's getting late." Да, да, уже темно. Давай иди домой. But then suddenly he saw the shadow of a little boy rush into the temple. Но неожиданно он увидел темного мальчика, который отправляется в храм. And Gopinath Giri began to shake and he embraced that little boy. И Гопинат Гири, он начал трясти этого мальчика. Understanding that Gopal was playing with him. Он понял, что Гопал играл с Враджабандхой. So there's so many amazing stories like this about Gaurgavinda Maharaj when he was growing up. И очень много удивительных историй таких с детства Гаургавинды Махараджа. But I want to speak something about Шрила Прабхупада. Но я бы хотела рассказать вам что-то о Шриле Прабхупаде и о Гаургавинде Махараджа. So now I'd like to continue to 1952. И я сейчас хочу продолжить с 1952 года. At that time, Брадж-банду's father passed away. К этому моменту отец Брадж-банду уже оставил этот мир. And his mother said, "There's no one to take care of the family, so you should get married and work." Его мама сказала, что нету никого, кто бы мог позаботиться обо мне, поэтому тебе нужно жениться и работать. They arranged for him to marry. И они организовали для него свадьбу. He met his wife for the first time at the wedding ceremony. И в первый раз он увидел свою жену на церемонии бракосочетания. Everybody was very happy during the wedding ceremony. Все были очень счастливы. Во время этой церемонии. Но Брадж-банду сидел в углу, чувствуя печаль. Он никогда не хотел жениться. Он видел семейную жизнь как сложность служения Гопалу. So he had to make money somehow. И ему нужно было каким-то образом зарабатывать деньги. So he decided he would be a school teacher. И он решил, что будет учителем в школе. And he got a degree from the Utkal University. И он получил степень в университете Уткал. With the second highest marks in the whole state. Второй по значимости во всем штате. And he got service as a school teacher. И получил работу как школьный учитель. So for the next 19 years, he was in family life, and he was teaching school. И последующие 19 лет он находился в семейном ашраме и учил в школе. But during that time, he would rise every day at 3:30 in the morning. Но все это время, каждое утро, он поднимался в 3:30 утра. Chant the Hare Krishna mantra and japa. Воспевал святое имя на четках. Do Tulsi puja. Совершал Тулси пуджу. Speak to his family about Bhagavad Gita. Говорил со своей семьей о Бхагавад Гите. And then he would go to school. И затем он отправлялся в школу. And in school, he would always take whatever opportunity he could to speak to the students about Krishna and Bhakti. И в школе он использовал любую возможность, чтобы говорить о Кришне или Бхакти. Some of those students later became his disciples. И позже некоторые из этих учеников стали его учениками, духовными учениками. So, around that time, he started taking his wife and children to the Himalayan mountains and different places to visit sadhus there. И примерно в это же время он начал вместе со своей женой и семьей отправляться в Гималаи и другие места посетить саду. And at the same time, internally, he was becoming more and more anxious to dedicate himself to Krishna. И в это же время он чувствовал все больше и больше жажды посвятить себя служению Кришне. He kept a personal diary. И он вел личный дневник. And most of those entries were letters he wrote to Gopal. И большинство из записей были письмами Гопалу. Each entry would begin generally with these words.
каждое письмо практически начиналось с такими словами. Prabhu Gopala Kripāru Konasi Mati Dhinati Koti Gala. By the mercy of Prabhu Gopal, this day was spent thus. По милости Гопалы этот день был прожит. And he would end the diary entries with a prayer to Gopal, please give me prem bhakti. И каждое письмо завершалось, пожалуйста, даруй мне према бхакти. And he was praying to Gopal, we read some of his diary entries, that Gopal, may I become a sannyasi begging prem like Chaitanya Mahaprabhu. И он молился, Гопал, могу ли, можно, позволь мне стать саньяси, молящим о преме Махапрабху. He said, please give me that Krishna prem and let me give that to others. Пожалуйста, даруй мне эту Кришна прему и позволь мне даровать ее другим. Finally, in early 1974, feeling more and more dissatisfied with family life, he decided I have to go. И наконец, 1974 году он все почувствовал полную неудовлетворенность семейной жизни и решимость духовных поисках. So at the end of the school year, he wrote a letter to the headmaster of the school. И он написал письмо директору школы. And said that I'm going to go to the Himalayas for some Тирта Ятра for some spiritual journey. I'll return later. Я отправляюсь в Гималаи на Тирта Ятру и я вернусь позже. Then he went home. И отправился домой. He didn't say anything to his family. Он ничего не сказал своей семье. But he took two gamchas. Он взял две гамчи. In his Bhagavad Gita. A pen, a pencil, and one notebook. Ручку, карандаш и тетрадку. And that night, while his family was sleeping, at midnight he got up. And he left home. И в этот день, когда его семья еще спала, полночь он поднялся и оставил дом. And he went in search of a spiritual master. И он отправился на поиски духовного учителя. And there are many, many stories what happened over the next year or two. И есть много-много историй, которые произошли в следующие несколько лет с ним. I won't go so much in that direction. Я сейчас много об этом говорить. But he said he later told us that he had gone all over India searching for guru. Но позже он говорил, что он отправился на путешествие по всей Индии, чтобы найти гуру. He went to the Himalaya mountains with many sadhus. Он отправился в Гималаи, где он встретил много саду. And he met with those yogis and people there. И он встречался там с йогами и с разными людьми. And he told us that he preached to them. И он говорил нам, что он проповедовал. He told them that you should be chanting the holy names. What are you doing all this yoga for? Он говорил, вам нужно воспевать святое имя. Что вы, зачем вы эту йогу все делаете? And they told him, get out of here. И они говорили ему, убирайся отсюда. So the one place that he had not gone was Vrindavan. И одно из мест, которых он еще не побывал, he was thinking that. Let me go all over India, and the last place I'll go is Vrindavan, because Vrindavan is the place of Krishna. И он думал, я отправлюсь во все места Индии, а последнее отправлюсь во Вриндаван, потому что Вриндаван это место Кришны. So at that time he had long hair and a beard; he looked like a sadhu. И к тому времени он у него была длинная борода, он выглядел как саду. He had no money for a train ticket. У него не было денег на билет на поезд. And somehow he convinced the ticket collector on the train to give him free passage to Mathura. Так или иначе он убедил того, кто принимает билеты на поезд. Убедил его позволить доехать до Матхуры. And he told us, I went to many, many temples in Mathura and Vrindavan. И он сказал, я отправился во многие места в Матхуре и Вриндаване. He said, I met many sadhus. Я встретил много саду. Many Gaudiya Vaishnavas. Много Гаудия Вайшнавов. He said, I met many disciples of Srila Bhaktisiddhanta. И встретил много учеников Шрилы Бхактисиддханты. But I wasn't satisfied. Но я не был удовлетворен. None of them were my guru. Никто из них не был моим гуру. He told us, I wanted to find a guru who had three qualities. Он говорил, что он хотел встретить гуру, у которого есть три качества. I wanted to find a guru who would teach me about Chaitanya Mahaprabhu. Я бы хотел найти гуру, который будет учить меня о Чайтанье Махапрабху. I wanted a guru who would teach me about the Hare Krishna Mahamantra. Который бы учил меня о Hare Krishna Mahamantra. And who would teach me about Srimad Bhagavatam. И о Srimad Bhagavatam. I was convinced this is what I want, these three things. И я хотел эти три вещи, он говорил.
So he said, I went to many, many different temples in Vrindavan. Ой, так он говорит, что я, он отправился во много мест, да, у них храмов. So many different sadhus. Очень, встретил очень много садов разных. But none of them were my guru. Но никто из них не был моим гуру. And then I went to a place called Ramanreti. И затем я отправился в место, называемое Раман-Ретти. And there at Ramanreti I saw something very astonishing. И в этом месте Ramanreti я увидел нечто удивительное. I saw Western people. Я увидел западных людей. And they were wearing dhotis and saris with Gaudiya Vaishnava tilak. И они носили доти и дари и сари и вайшнавские тилаки. They had bead bags and were chanting Hare Krishna. У них были мешочки с четками и они воспевали Хари Кришна. He grew up with saris and dhotis and tilak and chanting Hare Krishna. Он вырос со всеми этими. But he'd never seen Westerners doing that. Но он никогда не видел, чтобы западные люди делали это. So I he said I approached one of them. Я обратился к одному из них. And they gave me a magazine and said, here, this is Back to Godhead magazine. И они дали ему журнал и сказали, это журнал обратно к Богу. And I opened the magazine and the first thing I saw was the Hare Krishna Mahamantra. И я открыл его, и первая вещь, которую я увидел, говорил Гаура Говинда Махарадж, это была Hare Krishna Mahamantra. And then I saw pictures of Chaitanya Mahaprabhu. Затем увидел картинку, изображение Шри Чайтаньи Махапрабху. And then I saw a section on Srimad Bhagavatam. И также увидел секцию Шримад Бхагаватам. The three things that he had grown up with, that he had faith in. И это три вещи, с которыми он вырос, и которые у него была вера. The three things that he was looking for. Три вещи, которые он искал в гуру. He said, so I asked the devotees, I said, I want to meet your guru. И я спросил преданных, я хочу встретить вашего гуру. They told me he's here. Мне сказали, что он здесь. I asked, can I see him? He said. Он спросил, могу я его увидеть? He said, you have to speak to his secretary. И мне сказали, что нужно поговорить с секретарем. Brahmananda Maharaj was Prabhupada's secretary. Brahmananda Maharaj был секретарем Шрилы Прабхупады. And Brajbandhu, who now called himself Gaura Gopalananda. И Брадж-банда, который назывался Гаура Гопалананда. When he left home, he gave himself a new name. Когда он остался от home, он дал себе такое имя. Gaura after Gauranga Mahaprabhu. Gaura это означает Гауранга Махапрабху. And Gopal after his family deity. А Гопал это семейное божество. So Brahmananda asked him, why do you want to see Prabhupada? Брахмананда спросил его, зачем ты хочешь увидеть Шрилу Прабхупаду? He said, he's a sadhu. I want to get his ashirvad, his blessing. И он сказал, он саду, я хочу получить его благословение. If you can see such a mahatma, it's very fortunate for you. Если вы можете увидеть такого махатму, это огромная удача. So Brahmananda went in to see Prabhupada. He said, Prabhupada, there's some sadhu here to see you. И Брахмананда отправился к Прабхупаде и сказал, там есть саду один, и он хочет увидеть вас. Prabhupada said, bring him in. И Прабхупада сказал, приведи его сюда. And our Guru Maharaj later recalled. И позже наш Гуру Махарадж вспоминает. I had traveled all over India looking for guru. Я путешествовал по всей Индии, чтобы найти гуру. I met many disciples of Bhaktisiddhanta, many different sadhus. Я встретил столько учеников Бхактисиддханты разных садху. But I was never satisfied. Но я не был удовлетворен. But when I met Srila Prabhupada, I was immediately attracted. Но когда я встретил Шрилу Прабхупаду, я сразу же привлекся. And he said, the first thing that Srila Prabhupada asked me, he said, have you taken sannyas? И первая вещь, которую спросил Шрила Прабхупада, ты принял саньясу? And he said, no, Srila Prabhupada. И он сказал, нет, Шрила Прабхупада. Prabhupada said, then I'll give you sannyas. И Шрила Прабхупада сказал, я дам тебе саньясу. And our Guru Maharaj said that when Prabhupada told him that, he said, I realize this is my guru. И Гуру Махарадж мой, он говорил, что когда Прабхупада так сказал, он понял, что Шрила Прабхупада мой гуру. Because he knows my heart. Потому что он знает мое сердце. And so within the next six months, Srila Prabhupada gave him first, second initiation and sannyas at the opening of the Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. И в течение следующих шести месяцев Шрила Прабхупада дал ему первую инициацию, вторую и саньясу на открытие Кришна Баларам Мандира. Some of the early devotees, they remember him from the Krishna Balaram Mandir. И некоторые из первых преданных, они помнят его в Кришна Баларам Мандире. They thought that he was a Mayavadi sannyasi. Они думали, что он Майявади саньяси. Because he had long hair and a beard when he joined. Потому что у него были длинные волосы и борода, когда он присоединился. And after some time, they engaged him in cooking. И через какое-то время они дали ему служение готовить. And the devotees remember, whatever he cooked, it was very amazing. И они вспоминали, что бы он ни приготовил, было удивительно. The first service Srila Prabhupada gave him was translating
some of his lectures and books into Hindi. Первое Прабхупада, служение, которое дал он Прабхупаде, было перевод книг into Hindi. Once Hindi. На перевод книг на Hindi. And later Odia. И позже на арийский язык. Once Gaurgavinda Maharaj, he asked Srila Prabhupada, Prabhupada, he said, you have big temples in Vrindavan, in Bombay, and in Mayapur, but you don't have any temples in Orissa. И однажды Гургавинда Махарадж спросил Прабхупада, у вас есть такие большие храмы в Майпуре, в Бомбее, во Вриндаване, но у вас нет ни одного храма в Орисе. And Orissa is a very dear place of Chaitanya Mahaprabhu and Lord Jagannath. А Орисса такое дорогое место для Господа Джаганатхи и Махапрабху. And our Guru Maharaj told us that Srila Prabhupada responded in a very kind of strange way. И Гуру Махарадж говорит, что Прабхупада ответил немного странно. He didn't say anything. Он ничего не сказал. But he just looked at Gaurgavinda Maharaj and he laughed. И он просто посмотрел на Гаургавинду Махараджа и засмеялся. And later, Srila Prabhupada told him, I want you to go to Bhubaneswar and open a center. И позже он ему сказал, я хочу, чтобы ты отправился в Бхубанешвар и открыл там центр. And Guru Maharaj said, yes, Srila Prabhupada. И он сказал, да, Шрила Прабхупада. He said, but Prabhupada, I don't know anyone there. Но Прабхупада, я никого там не знаю. Could you please give me, send some men with me, someone? Могли бы вы, пожалуйста, отправить кого-то со мной? Prabhupada said, no. И Прабхупада сказал, нет. You go by yourself. Ты отправляйся туда один. He said, okay, he said, but Prabhupada, I don't have any money. Ну, хорошо, Прабхупада, у меня нет никаких денег. Prabhupada said, you go, Krishna will take care. И Прабхупада сказал, отправляйся, Кришна позаботится. Prabhupada, could I take some books or something with me? Прабхупада, могу ли я взять какие-то книги с собой? Prabhupada said, when I went to America, I didn't have anything. You go, you're from Orissa. Когда я отправился в Америку, у меня не было ничего. Ты отправляйся, ты вообще из Орисы. And so Gaurgavinda Maharaj made his way to Bhubaneswar, the capital of Orissa. И Гаургавинда Махарадж добрался таки до Орисы, до Бхубанешвара, центра Орисы. He had no place to stay. У него не было места, где бы он мог остановиться. So he was staying in a dharmashala near to Bindu Sarovar. И он жил, останавливался в дармашале недалеко от Бинду Саровара. A dharmashala is a like a very simple kind of place for sadhus to stay when they're visiting a sacred place. Дармашала — это достаточно простое место для саду, который отправляется в паломничество по разным местам. I'll share with you a photograph, old rare picture. Сейчас я поделюсь с вами фотографией, старая редкая фотография. Srila Prabhupada walking here in Mayapur. Это Шрила Прабхупада, он прогуливается по Майяпуру. And just behind him was the Vanaprastha Gaurgavinda Maharaj. А прямо за ним Варнапрастха и это Гаургавинда Махарадж. Just before Guru Maharaj took sannyas. Это прямо перед тем моментом, как Гаургавинда Махарадж принял саньясу. Let's see. I think I can show you another photograph like this too. Сейчас покажу еще одну фотографию. We found some old rare pictures. Мы нашли старые фотографии, очень редкие. So you see in this picture, this is Prabhupada walking in the morning in Mayapur. Сейчас вы видите на фотографии, Прабхупада прогуливается утром по Майяпуру. I don't know if you can see my cursor, but this is Jayaprataka Maharaj. Я не уверена, что вы видите мою стрелочку, но вот слева это Джайапатака Махараджа, он здесь очень худой. Один неизвестный бенгальский ученик Шрилы Прабхупады. Here's Srila Prabhupada. Здесь Шрила Прабхупада. This is Paramahansa Swami. Позади Шрилы Прабхупады Парамахамса Свами. This is Gopal Krishna Maharaj. Гопал Кришна Махарадж правее. And he was a grihastha. Когда он был грихастха еще. And here's Брахмананда Свами. И следующий Брахмананда Свами. And this devotee here, it's hard to tell who it is, but I think it might be Jagadish Prabhu. За Брахманандой с вами трудно сказать, кто это, но мне кажется, это Джагадиш Прабху. And following along behind him, you see Gaurgavinda Das. И сзади идет Гаургавинда. I say maybe Jagadish Prabhu because he's in some of his photos at time. Я говорю, что это Джагадиш Прабху, потому что он на других фотографиях этой Mandakini серии. Mandakini Jagadish means the husband of Lakshmi Moni. Джагадиш — это муж Лакшми Мони. You know. Он же Мандакини знает. So
He came to Bhubaneswar and he was staying in that dharmashala. И так он отправился в Бхубанешвар и останавливался в Дармашале. And they gave him a free place to stay for 4 or 5 days. И ему позволили на 5 или 4 дня остановиться там. And then after 4 or 5 days, he would go to another dharmashala. И через 4-5 дней ему нужно было отправиться в другую дармашалу. And stay there for 4 or 5 days. И там остановиться на 4-5 дней. And then when they would kick him out of there, когда его оттуда уже выправляли, he'd go back to the first dharmashala. Он возвращался в первую дармашалу. And he was going every day to the temple of Ananta Vasudev, the ancient deity of Krishna Balaram. И каждый день он отправлялся в храм Ананта Васудева, раз древнее божество Кришны Баларамы, in Bhubaneswar. And he would beg prasadam. И он просил прасад там. After some time, the dharmashalas wouldn't let him stay there anymore. Через какое-то время дармашала уже не разрешала ему там останавливаться. And so he was staying in a tea stand. I don't know if you've ever seen a tea stand in India. It's not very impressive. И он ему пришлось останавливаться в так называемой чайной лавке, если вы видели в Индии такие. And around that time, he met one young man. His name was Shrutidhar. И в это время примерно он встретил молодого человека, его имя Шрутидар было. And that young man, he would help Gorgavinda Maharaj to he would ride around on his bicycle. И этот молодой человек, он помогал Гургавинде Махараджу, он возил его на велосипеде. And he, whatever little money he would collect, they would print little flyers talking about programs, chanting Hare Krishna. И какие бы деньги они не получили, они использовали, чтобы напечатать флаеры, которые приглашали на программу, и там была Hare Krishna mantra. And so in this way, they would go around the town and preach whatever way they could. И таким образом они ездили по городу и проповедовали, как могли. Later, one member of the Kanungo family donated some property to Srila Prabhupada in Bhubaneswar. Позже один из членов семьи Канунга он пожертвовал землю Бхубанешвар Шри Прабхупаде. Her name was Chubby Kanungo. It's his name. Her name was Chubby Kanungo. Это имя женщины, которая пожертвовала, Chubby Kanungo. Kanungo. And so Prabhupada told him he should shift to that property. И Шрила Прабхупада сказал Гургавинде Махараджу, что должен переселиться на эту землю. But nobody even wanted to take them to the property. Но на самом деле никто даже не хотел их туда отвезти. Because it was a very rough place. Потому что это было очень сложное место. And there were many dacoits living there. Там было очень много разбойников, которые там жили. And there were wild animals, there were wild elephants. Дикие животные, дикие слоны даже. To this day, about 6 or 8 kilometers north of the Bhubaneswar temple, there's a wild elephant preserve. Где-то 6 километров от храма на сегодняшний день в Бхубанешваре там есть место для слонов. То есть это не дикие слоны. There was, то есть дикие слоны — это место охраняемое. И люди тогда, они говорили, что там есть привидения, поэтому никто не хотел туда ехать. Around that time, they were starting to build National Highway number 5. И примерно в это время там строили национальную дорогу номер 5. And there were some road workers who were staying in a tent next to the property that had been donated to Prabhupada. И там были дорожные работники, которые жили прямо рядом в тенте, рядом с землей, которая была пожертвована Шри Прабхупаде. And so Gorgavinda Maharaj, he asked them if he could stay in the tent with them. И Гургавинда Махарадж, он спросил, мог бы он остановиться с ними в этом тенте. I don't know what road workers are like in Russia or Kazakhstan or Uzbekistan, but in India they're not very good people. Я не знаю, какие работники дорожные в России, в Узбекистане, в Казахстане, но в Индии это не очень хорошие люди. They smoke and drink. Они курят, пьют. They're not vegetarian. Не вегетарианцы. They're very low class people. Очень низкого класса люди. And Gorgavinda Maharaj was staying in the tent with them. И Гургавинда Махараджа, он жил в тенте вместе с ними. And when this young boy, Shrutidhar, saw that he was staying with the road workers like that. И когда этот молодой человек Шрутидар, он увидел, что Гургавинда Махарадж с ними живет в палатке. He was very shocked. He он said, был шокирован. Махарадж, how can you stay with sannyasi? How can you stay with these road workers? Sannyasi, как же вы можете с ними жить? And Gurgavinda Maharaj told him. И Гургавинда Махарадж сказал ему. He said, no, this is the place
my spiritual master gave for me. It's very good. Нет, нет, это место, которое мне дал мой духовный учитель, это очень хорошее место. So for himself, he didn't want any opulence. Для себя лично он не хотел никаких, никаких удобств. He didn't need any comfort. Ему не нужен был комфорт. He just wanted to serve Шрила Прабхупаде. Он просто хотел служить Шриле Прабхупаде. Later, Guru Maharaj went to Hyderabad to be with Prabhupada. Позже Гуру Махарадж отправился в Хайдарабад, чтобы быть там с Шрилой Прабхупадой. Prabhupada told him to get some architect to make plans for building a new temple in Bhubaneswar. И Прабхупада сказал ему, чтобы он нашел архитектора, который бы спроектировал храм в Бхубанешваре. So when Guru Maharaj went to Hyderabad, he invited Prabhupada to please come to Bhubaneswar. Когда Гуру Говинда отправился в Хайдарабад, он попросил Шрилу Прабхупаду приехать в Бхубанешвар. Prabhupada agreed he would go there in February of 1977. И Шрилу Прабхупада согласился и сказал, что приедет в феврале 1977 года. So at that time there was nothing there on the property. И в это время ничего не было на этой земле. There was a small village nearby. Была рядом маленькая деревенька. And Guru Maharaj used to give Bhagavatam classes in the evening, speak Krishna Katha and do kirtan on the ISKCON property there. И Шрила Говинда Махарадж по вечерам он давал Бхагаватам, киртан на этой земле. There was nothing there except scorpions and poisonous snakes. Ничего там не было, там были скорпионы и опасные змеи, ядовитые. One night Guru Maharaj had given class, and after 2 hours he stood up to finish the class. И одним вечером Гуру Говинда Махарадж давал лекцию, и он после лекции встал. And when he stood up, a cobra fell off his lap, and it crawled onto his lap. И когда он встал, с его колена упала кобра, которая забралась ему во время лекции. So some devotees were saying that Prabhupada can't stay on the property there. It's crazy. И некоторые преданные говорят, что Прабхупада не может там быть. Это сумасшествие. And they arranged for a government guest house. И они организовали ему государственный гостиницу, так сказать. But Prabhupada told Guru Govinda Maharaj, I want to stay on the property with you. Но Прабхупад сказал, что он хочет остановиться вместе с Гуру Говинда Махараджем на этой земле. So Guru Govinda Maharaj, he managed to have a tea well dug. И Гуру Говинда Махарадж, он организовал там водную колонку. And they built a mud hut. Из глиняную хижину. And with great difficulty, they arranged for electricity to come there. И с огромными сложностями они организовали электричество там. And Prabhupada came there and stayed for 17 days. И Шрила Прабхупада приехал и остановился там на 17 дней. Which at that time in 1977 was a huge amount of time. На тот момент, 1977 года, это был очень огромный промежуток времени. Especially seeing that there would, Prabhupada had no bathroom. He was going to the field to take care of his body and taking bath with a bucket of water. Особенно учитывая тот факт, что там не было туалета, он ходил туда в лес по нужде, и также там не было воды, нужно было из ведра принимать омовение. But Prabhupada liked it very, very much. Но Прабхупаде очень нравилось там быть. And Prabhupada gave many instructions at that time to Guru Govinda Maharaj. И в этот промежуток времени он дал очень много наставлений Гуру Говинда Махараджу. I want to finish our discussion now. Я бы хотел завершить наше обсуждение. There's many other things we could say. Очень много вещей, которые можно было бы сказать. But Prabhupada gave a few special instructions to Guru Govinda Maharaj. Но Шрила Прабхупада дал несколько очень особенных наставлений Гуру Говинда Махараджу. He told him, I want you to translate my books into the Odia language. Я хочу, чтобы ты перевел мои книги на арийский язык. And he said, I want you to preach in Orissa. Я хочу, чтобы ты проповедовал в Орисе. And I want you to travel all over the world and preach. Я хочу, чтобы ты проповедовал по всему миру. And fulfilling those three instructions of Srila Prabhupada was the life of Guru Govinda Maharaj. И удовлетворение этих трех желаний Шрилы Прабхупады было жизнью Гуру Говинда Махараджа. I came to my Guru Maharaj in 1993. Я пришел к своему духовному учителю в 1993 году. And shortly after I'd taken shelter of him, he gave me a private instruction. И через короткое время я принял у него посвящение, и он дал мне личные наставления. He revealed his heart. Он, по сути, открыл мне свое And сердце. He told me there are three things which are very important to me. И он сказал о трех вещах, которые для него очень дороги. He said, one is I want to preach to the preachers. Одна из них, я хочу проповедовать проповедникам. He said, when I see the preachers in Prabhupada's movement
falling down and going away, I feel great pain. Когда я вижу, что проповедники, они падают, оставляют это движение, это приносит мне огромную боль. So I want to preach to the preachers. Я хочу им проповедовать. The second thing is I want to show that everything is in Srila Prabhupada's books. Вторая вещь, я хочу показать, что все находится в книгах Прабхупады. And that people who say that Prabhupada only taught A, B, C, I want to shut them up. I want to make them monks. И я хочу заставить замолчать людей, которые говорят, что Шрила Прабхупада дал только азбуку, только основы, начало и все. And he said the third thing is I want to show that everything is in Prabhupada's movement. И третье, что я хочу, мое желание. Показать, что все есть в движении Шрилы Прабхупады. So I see so many exalted disciples of Srila Prabhupada. Я вижу очень много возвышенных учеников Шрилы Прабхупады. And I can't say that one is better than another. И я не могу сказать, что один лучше другого. They're all exalted because they want to please Srila Prabhupada. Они все возвышены, так как они хотят удовлетворить Шрилу Прабхупаду. But I've been living in India now for how long? Oh my gosh. For almost 30 years. Я живу в Индии уже около 30 лет. And sometimes I meet Vaishnavas outside of ISKCON. И иногда я встречаюсь с вайшнавами, которые не находятся в ИСККОНе. And sometimes they try to tell me, "Oh, your Prabhupada, he was the guru of the hippies." И они иногда мне пытаются сказать, что ваш Прабхупада был гуру хиппи. And I tell them, you don't know my guru. И я говорю им, вы не знаете моего духовного учителя. Шрила Прабхупада was such an exalted personality. Krishna sent many devotees to him from many different families. Шрила Прабхупада настолько был удивительным, возвышенным, что Кришна прислал ему очень много удивительных людей из возвышенных семей. Prabhupada saw that Gaurgavinda Maharaj had grown up understanding Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu, the Bhagavatam, and the Hare Krishna mantra. Prabhupada видел, что Гаургавинда Махарадж вырос в семье, которые изучали Бхагаватам, воспевали святое имя. So he wanted him to preach to the devotees. И он хотел, чтобы он проповедовал преданным. And Guru Maharaj on another occasion he told me. И в другой ситуации Гуру Махарадж мне говорил. He said we should work to help uphold the prestige of Srila Prabhupada's mission. Мы должны работать над тем, чтобы повысить престиж движения Шрилы Прабхупады. And he said the best way to do that is to have nice Krishna katha, nice Vaishnava. И лучший способ это сделать это замечательная Кришна катха и замечательные отношения между So for that reason, can you run over and get a magazine or two? For that reason, he instructed me to start a journal, which we called Sri Krishna Kathamrita. И по этой причине он вдохновил меня начать издавать журнал, называемый Кришна Катхамрита. And some of these now have been translated into Russian. И некоторые из них уже переведены на русский язык. And it's our way to help serve our Guru Maharaj and serve Srila Prabhupada. И это наш способ служить Гуру Махараджу и миссии Шрилы Прабхупады. Because he wanted nice Vaishnava dealings and nice Krishna katha. Потому что он хотел, чтобы было очень хорошее Кришна катха и отношения между преданными. So this is one reason why I have some attachment to Mother Mandakini. И это одна из причин, почему у меня есть привязанность к Маджи Мандакини. Because although she wasn't born in a small village in Orissa, несмотря на то, что она не была рождена в маленькой деревне Орисса, but I see in you, Mataji, the same spirit of love and surrender to Srila Prabhupada that I saw in my Guru Maharaj. Но я вижу такой же дух преданности, который я видел в своем духовном учителе. And I see the same spirit of nice Krishna katha and nice Vaishnava dealings. Такой же дух прекрасной Кришна катхи и отношений с преданными. In 1994, I was traveling with my Guru Maharaj in Europe as his personal servant. В 1994 году я путешествовал с моим духовным учителем по Европе как его слуга. And when we went to Spain, they interviewed him about Srila Prabhupada's centennial. Когда мы отправились в Испанию, у него взяли интервью про Srila Prabhupada's what? Centennial. Prabhupada, 1996, that was the 100th centennial of Prabhupada's birth. По поводу юбилея ухода Шрилы Прабхупады. Мандакини Матаджи. So one of the questions they asked him, they said, for the centennial, we want to bring back all the devotees who left ISKCON. What can we do to bring them back?
По этому поводу мы хотим вернуть всех преданных, которые оставили ИСККОН. Что мы можем сделать для этого? And Grandma said, very simply said, if you have nice Krishna Katha and nice Vaishnava dealings, no one will ever want to leave, and everyone will want to come. Если у вас будет очень хорошая Кришна Катха и очень хорошие отношения между друг другом, никто не захочет оставить движение. So, Mother Mandakini, I see that so much in you. Я, Маджа Мандакини, вижу это все у вас. Спасибо вам огромное за это. Thank you for engaging me like this in my grandma's service. Спасибо большое, что заняли меня в служении моему духовному учителю Шрила Прабхупаде таким образом. So, I'd like to stop there. I'm supposed to go and do kirtan. Я бы хотела остановиться здесь, потому что я должен отправиться сейчас в Ниранджа Махарадж, чтобы kirtan. Maybe Mataji, you have some comments? Может быть, Маджа Мандакини, у вас есть какие-то комментарии? Or any other devotees или, может, у кого-то из других преданных есть комментарии? У нас несколько минут на это есть. Можно задать вопрос? Can I ask a question? Yes. Такой вопрос. Ваши волосы в порядке. Thank you. Гаур Говинда Махарадж был очень удачлив, потому что Шрила Прабхупада дал ему личное указание, где ему нужно находиться, и он чувствовал это сердцем. Но как начинающим преданным понять свое место, в котором их духовный учитель хотел бы их видеть? Переведете, да? Ну хорошо, давайте я тогда переведу. Gaur Govinda Maharaj was so lucky that Srila Prabhupada indicated him the place where he had to stay to satisfy him. But how can the devotees understand where is the place where their spiritual master would prefer them to be? What is their place? What is the best place for them to be? My Guru Maharaj once gave a lecture. Однажды мой Гуру Махарадж дал лекцию. And he said that it's the disciple becomes the animal of the guru. Что ученик он становится и говорил о том, что ученик становится животным. And he's supposed to do whatever the guru says. И он должен делать все, что ему говорит гуру. He said, but the disciple has one right. Но у ученика есть одно право. He has a right to ask Gurudev, how can I please you? У него есть право спросить, как я могу удовлетворить вас. And Srila Prabhupada, he said that was the only question he asked Srila Bhaktisiddhanta. И Шрила Прабхупада говорил, что это был единственный вопрос, который он спрашивал своего духовного учителя. To have that instruction is the life of the disciple. И получить такое наставление – это жизнь ученика. I mean, again, not to embarrass you, Mother Mandakini, Srila Prabhupada instructed her to help establish Krishna consciousness in Russia. И не хочу смутить Маджа Мандакини, но Шрила Прабхупада попросил ее основать движение в России. And I think gave her other instructions as well. И я также думаю, другие наставления ей дал. And those instructions are her life and soul. И эти наставления ее жизнь и душа. So how do we get those instructions? Как же мы можем получить эти наставления? Many devotees, they say, I go to my guru and I say, Guru Maharaj, please give me an instruction. He won't give me an instruction. И многие преданные говорят, я вот прихожу к гуру, спрашиваю о наставлениях, а он не дает их мне. I know many of the gurus in our society, they don't like to give instructions. И я знаю много гуру в наших движениях, которые не любят давать наставления. Because they see if the disciple doesn't fulfill that instruction, that order, he'll commit a great offense. Потому что они видят, что если ученик не сможет их удовлетворить этого наставления, то они совершат оскорбление. So your question is, how can we get that instruction? И ваш вопрос, как мы можем получить это наставление? We have to be very, very eager for it. Мы должны очень-очень этого хотеть. We should be crying in our heart. Мы должны плакать в своем сердце. Because don't think that guru is just a member of ISKCON. Потому что не думайте, что гуру это просто член ISKCON. It's a religious organization. Религиозная организация. You should think Sakshat Dadivinasta Master Shashad. My Gurudev is directly Krishna's manifestation. Вы должны думать, что мой гуру это непосредственное проявление Кришны. And he gives me instructions. Krishna's giving instructions through him. И Кришна дает мне наставление через него. But we have to be very sincere and very eager. Но мы должны быть очень искренни и очень хотеть. And we have to cry for that. И должны плакать об этом. Now what if you're living in Kazakhstan and your Gurudev is always in America. Но вот что, если вы живете в Казахстане, а ваш духовный учитель живет в Америке? And you can't associate. И вы не можете получить его общение. Or what if your guru left his body? А что, если ваш гуру оставит свое тело?
And you say, "Oh, I never got an instruction." И вы можете сожалеть: "Ой, я не получил никаких наставлений." Don't. My response to that is. Мой ответ на это. Don't think your guru is a mundane person. Не думайте, что гуру это обычный человек. If you think that mundane time and space can separate you from guru. Если вы думаете, что материальное время и пространство могут разделить вас then с гуру. That makes, means you think he's mundane. То это значит, что вы думаете, что он обычный человек. We should understand that guru can come to us at any time and any place. Но мы должны понять, что гуру может проявиться для нас в любом месте и любое время. And guru can come in any gender, in any nationality. В любом поле или в любой национальности может проявиться. The only thing that's required is that we're sincere. Только одна вещь необходима: мы должны быть искренними. And we see this in the life of Gorgovinda Maharaj. И мы видим это в жизни Горговинды Махараджа. I can speak about him, but don't think that I'm close to him. Я могу говорить о нем, но не думать, что я близок so к нему. Я очень далеко от него. But I would like to try to serve him. Но я хочу пытаться служить ему. And I think he's a wonderful example. И я думаю, что он прекрасный пример. Of someone who is a sadhu his whole life. Того, кто является саду всю свою жизнь. And chose Srila Prabhupada as his guru. И кто выбрал Шрилу Прабхупаду своим гуру. I hope that's okay, Mataji. Я надеюсь, что это Хорошо. Хороший ответ. This is a wonderful answer. Великолепный ответ. Thank you. So great. Devotees are wonderful. Преданные удивительные. Прекрасно. Isn't it Mandakini? Aren't devotees wonderful? Devotees are so wonderful. Преданные очень удивительные. Okay. So thank you so much. When I see how much love you have for all the Russian devotees and all the devotees in general, it makes me so happy. Когда я вижу, что у вас столько любви к русским преданным, вообще к преданным, это делает меня таким счастливым. And I know that that's out of love for Srila Prabhupada. И я знаю, что это из любви к Шриле Прабхупаде. You want to serve Prabhupada. Вы хотите служить Шриле Прабхупаде. So I hope you accept my humble offering tonight. Я надеюсь, что вы принимаете мое смиренное подношение сегодня. I thank you so much, you know, to have given us a little. You know, a little key of the understanding of the greatness of your wonderful spiritual master. Тем больше, что дали нам ключ к пониманию вашего прекрасного духовного учителя. By the way, I also wrote a book called When Good Fortune Arises. Также я хотел поделиться, что я написала книгу, когда распускается лотос удачи. Not just trying to advertise. Не то, что я пытаюсь рекламировать для себя. Она переведена на русский. And if devotees want to hear more about Guru Maharaj, если преданные хотят услышать о Шриле Прабхупаде, Горговинде Махараджи, там много что. Let's all just give everything we have to Srila Prabhupada. Давайте все вместе дадим все, что у нас есть, вместе Шриле Прабхупаде, и пытаться удовлетворить преданным прекрасной Кришна Катхой и прекрасными взаимоотношениями друг с другом. It's just so much inspiration, and everybody will want to hear more. Мы хотим слушать больше. Hare Krishna. Do I have your permission to go now? У меня есть разрешение уйти сейчас? Thank you so much. Of course, we would like to keep you, but мы хотели бы вас еще задержать. Thank you so much for this very inspiring and enlivening meeting, and we just lament that we didn't have more time with him. Мы немного жалеем, что достаточно времени, к сожалению. Well, that would be a great blessing for me if I get to do some more service. Это было бы огромным благословением для меня, если бы я мог больше служения сделать вам. I'm just Mandakini Mataji's servant. Я просто слуга Маджи Мандакини. I'm your servant. Hare Krishna. Я его слуга. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Mother Mandakini, our guest is